На территории Республики Татарстан зарегистрировано 1196 ДТП, в которых погибло 85 человек и 1458 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост количества ДТП на 3-4 и число раненых на 16. При этом число погибших сократилось на 2 человека. На территории Бавлинского муниципального района зарегистрировано 3 ДТП, в которых погибло 2 человека и двое получили ранения. По сравнению с АППГ отмечено снижение количества ДТП на 6, снижение числа погибших на 1 человека и числа раненых на 5. Основные причины ДТП, в которых погибли люди, это выезд на полосу встречного движения. Госавтоинспекция Бавлинского района напоминает всем автовладельцам неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.